Kristen Anderson. This is Irina. I'm an interpreter. Sure, I understand. Yes, Mr. Petrov. And I'm going to translate the tuition reimbursement policy today and take notes. Sure, absolutely. Hello, Mr. Petrov? Are you there? Hi! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы Николай Петров? Да, меня зовут Ирина, и я буду ваша переводчица сегодня. И мы будем с вами читать, и я буду переводить для вас правила возмещения стоимости обучения в вашей компании. И ваш менеджер мистер Андерсон на другой линии. У нас сегодня с вами conference call, то есть мы втроем будем разговаривать. Если у вас будут какие-либо вопросы, вы просто сразу мне дайте знать, и я остановлюсь и буду отвечать вам на ваши вопросы. Вы все поняли? Да? Окей. Меня зовут Ирина. Да. Хорошо. Окей. Well, Mr. Anderson, we are all ready. Okay. So, the first paragraph. Tuition reimbursement policy. Правила возмещения стоимости обучения. Tuition reimbursement policy. Правила возмещения стоимости обучения. Because we value the professional and personal development of our employees, the company has adopted the following policy pertaining to reimbursement for certain educational expenses. Николай, поскольку мы ценим профессиональное и личностное развитие наших сотрудников, компания приняла следующие правила, касающиеся возмещения определенных расходов на образование. Вы хотите, чтобы я еще раз прочитала? Хорошо. Because we value the professional and personal development of our employees, the company has adopted the following policy pertaining to reimbursement for certain educational expenses. Поскольку мы ценим профессиональное и личностное развитие наших сотрудников, компания приняла следующие правила, касающиеся возмещения определенных расходов на образование. Eligibility. Критерии соответствия. Это вам понятно? Да? Хорошо. Мистер Андерсон, any questions? All right. Under this policy, educational assistance is provided to... В соответствии с этим правилом образовательная помощь представляется. All full-time employees. Всем штатным сотрудникам. Николай, вам все понятно? Окей. All full-time employees. Все штатные сотрудники. Who have worked here for 6 months without interruption before enrolling in a course or courses that are included in a degree program. Кто работал здесь в течение 6 месяцев без перерыва, прежде чем записаться на курс или курсы, включенные в программу получения степени? Хорошо. Who have worked here for 6 months, кто работал здесь в течение 6 месяцев, without interruption, без перерыва, before enrolling
in a course or courses, прежде чем записаться на курс или курсы that are included in a degree program, включенные в программу получения степени. Тут все понятно? Окей. And who are on a payroll upon completion of this course? И кто на зарплате по окончании курса? Okay. However, educational assistance will no longer be provided to any qualified employee who, однако, образовательная помощь не будет оказываться тому квалифицированному сотруднику, который. Еще раз, хорошо. However, educational assistance, однако, образовательная помощь will not не будет be or no longer be provided, не будет оказываться to any qualified employee, любому квалифицированному сотруднику, who, который, has received a formal warning within 3 months prior to seeking approval, has received a formal, yes, Mr. Anderson? Mm-hmm. Sure, sure. Uh-huh. Has received a formal warning, получил официальное предупреждение within 3 months, в течение 3 месяцев, prior to seeking approval, до получения одобрения. Or, или, has received a formal warning at any time, получил официальное предупреждение в любое время, after approval has been granted and before the course is completed, после получения одобрения и до завершения курса. Все вместе? Okay. Has received a formal warning at any time after approval has been granted and before the course is completed. Получил официальное предупреждение в любое время после получения одобрения и до завершения курса. Mm-hmm. Okay. Moving on, sure. Reimbursement requirements. Требования к возмещению. Reimbursement requirements. Требования к возмещению. Employees who want to take advantage of this program must make a formal request for educational assistance by completing applicable paperwork provided by the Human Resources Department. Сотрудники, которые хотят воспользоваться этой программой, должны подать официальный запрос на образовательную помощь, заполнив соответствующие документы, предоставляемые отделом кадров. This must be done before starting any coursework for which he or she wants to be reimbursed. Это должно быть сделано до начала любой курсовой работы, за которую он или она хочет получить возмещение. А Николай?
Да, до начала любой курсовой работы. Тут понятно? Окей. Да, reimbursed – это получить возмещение. The appropriate manager, supervisor or department head must authorize any reimbursement, and reimbursement is only permitted for approved degree programs. Еще раз? Окей. The appropriate manager, supervisor, or department head must authorize any reimbursement, and reimbursement is only permitted for approved degree programs. Соответствующий менеджер, руководитель или начальник отдела должен разрешить любое возмещение. И возмещение допускается только для утвержденных программ получения степеней, degree. Степень. Да. Reimbursement is also contingent upon the successful completion of the approved courses. Возмещение также зависит от успешного завершения утвержденного курса или курсов. Да. Все понятно? Окей. Двигаемся дальше. Employees must complete any approved coursework on their own time. If that is not possible, accommodations may be made in our sole discretion, as long as there is no substantial disruption in the routine operations of the employing department. Сотрудники должны выполнять любую утвержденную курсовую работу в свое свободное время. Если это невозможно, могут быть приняты меры по нашему собственному усмотрению, если нет никаких существенных нарушений в повседневной работе вашего отдела, где вы работаете. Еще раз. Окей. Employees must complete any approved coursework. Сотрудники должны выполнять любую утвержденную курсовую работу on their own time, в свое свободное время. If that is not possible, если это невозможно, accommodations may be made, могут быть приняты меры in our sole discretion, по нашему собственному усмотрению. As long as there is no substantial disruption in the routine operations of the employing department. Если нет никаких существенных нарушений в повседневной работе вашего отдела. Понятно? Окей, хорошо.
approved degree programs coursework. Утвержденные программы на получение степени или курсовые работы. Approved degree programs and coursework are defined as certificate, associate degree, bachelor degree, and master degree programs that are business or job related. Утвержденные программы на получение степени и курсовые работы определяются как программы получения сертификатов, дипломов, бакалавров и магистров, связанные с бизнесом или вашей работой. Okay. Следующий абзац. Reimbursement. Yes, Mr. Anderson? Sure. Yes, yes. I will be mailing you the copy, of course. Sure. Thank you. Reimbursement will be provided for any required or elective course that is related to an employee's work. Возмещение будет выплачено за любой обязательный или факультативный курс, связанный с работой сотрудника. Это понятно? Еще раз? Okay. Reimbursement will be provided for any required or elective course that is related to an employee's work. Возмещение будет выплачено за любой обязательный или факультативный курс, связанный с работой сотрудника. Or that leads to a business-related or job-related degree. Или это приводит к получению степени, связанной с бизнесом или работой. Это понятно, да? Okay. Within this context, в этом контексте, the company reserves the exclusive right. Компания оставляет за собой исключительное право to decide, решать, whether a degree program or course is business or job related. Является ли программа или курс обучения связанной с бизнесом или работой? Related, связанной, да. Okay. Следующее. Reimbursement amount. Сумма возмещения. Это понятно. Okay. The company will provide reimbursement for tuition, including required course fees, for all passing grades up to a specified maximum per year for undergraduate studies and a specified maximum per year for graduate and postgraduate studies. По кусочкам? Хорошо. Значит, сумма возмещения. The company will provide reimbursement. Компания обеспечит возмещение за обучение, including required course fees, включая плату за обучение, for all passing grades, для всех набравших проходные баллы, up to... Николай, извините, меня прервали, телефонный звонок был, и нужно было срочно ответить.
Где мы остановились с вами? Okay. The company will provide reimbursement for tuition, including required course fees for all passing grades up to... Компания обеспечит возмещение за обучение, включая плату за обучение для всех набравших проходные баллы до specified maximum, это указанный максимум. Да. В год per year for undergraduate studies, год для студентов, и and до определенного максимума, a specified maximum в год per year for graduate and postgraduate studies, для аспирантов и кандидатов. Это понятно? Ну, отлично. The company will reimburse the employee directly or render payment to the college university as long as the employee student earns the minimum passing grade or better. Хорошо, давайте по кусочку. The company will reimburse the employee. Компания возместит сотруднику напрямую, directly. Это напрямую, or render payment to the college, university, or, или внесет оплату в college или университет as long as the employee or employee which is student, вы понимаете, as long, если сотрудник, студент earns the minimum passing grade or better, набирает минимальный проходной балл или выше. Да. Какие баллы? Сейчас мы об этом... Да. Следующее. For the purposes of this policy, a passing grade is defined as A, B or C for undergraduate classes and at least B for graduate classes. If a course is pass/fail, a pass is acceptable. Давайте разберем. Для целей данного правила проходной балл определяется, вы знаете, здесь оценки A, B, C, это как 5, 4 и 3 эквивалентные по пятибалльной системе. Для студентов старших курсов и по крайней мере at least B for graduate classes, когда уже аспиранты и кандидаты. Если курс является, if the course is pass/fail, значит зачет или не зачет, то pass is acceptable, значит зачет будет приемлем. Вы понимаете, да? Если нет оценки, а просто pass или fail. Да, это такой эквивалент. Да, pass это acceptable, pass приемлемо. Это считается как зачет. Окей. Дайте мне секундочку. For the purposes of this policy, the company will also recognize the numerical equivalence of a letter grade may be accepted instead of a letter grade. Да. Для целей данной программы, данного правила,
Компания также признает, что в некоторых случаях вместо буквенной оценки могут быть приняты числовые эквиваленты буквенной оценки. Да, так как пятибалльная система. Ну что, да, если такая существует система, конечно. However, the company will only do so as long as the college or university provides official verification that any such grade is equivalent to a letter grade. Тем не менее, компания будет делать это только в том случае, если колледж, университет предоставляет официальное подтверждение, что любая такая оценка эквивалентна буквенной оценке. Это понятно, да? Отлично. The company will not provide any reimbursement if an employee withdraws from the approved course or if the approved course is canceled. Компания не будет предоставлять компенсацию, если сотрудник уходит с утвержденного курса или отменен этот утвержденный курс. Ну, конечно, такое может быть. Да. Вы же сталкивались? Class cancelled. Это значит, ну, его отменили по какой-либо причине. Да. Furthermore, кроме того, the employee must promptly inform. Сотрудник должен незамедлительно проинформировать the appropriate manager or supervisor or department head and human resources, соответствующего менеджера, руководителя, начальника отдела и отдел кадров, human resources, если if they withdraw from the approved course or if the course is canceled, если он уходит с утвержденного курса или если этот курс отменяется. Да, конечно, вы должны заявить вашему начальнику. Двигаемся дальше. If the employee receives an incomplete in a course, the employee will have the end of the following semester until the end of the following semester. Да, сейчас переведу. Если сотрудник получает, не сдал такую оценку за курс, он должен будет до конца следующего семестра исправить ситуацию, выполнив все требования. The employee will have until the end of the following semester to remedy the matter by meeting any and all requirements. Да, это вот так. Failure to do so will preclude the employee from participating in the tuition reimbursement plan, and he or she must repay the company for any advance payments received. Невыполнение этого требования лишает работника возможности участвовать в плане возмещения стоимости обучения, и он или она должны выплатить компании любые полученные авансовые платежи. Да, конечно.
Это понятно? Окей. Двигаемся дальше. Application for approval. Заявка на утверждение. Понятно. Okay. To secure approval for the educational assistance provided per this policy, чтобы получить одобрение на образовательную помощь, предоставляемую в соответствии с этой правилом, с этим, the employee must complete and return the applicable form to the human resources department. Provided the course is approved, this form will also serve as the request for payment form upon successful completion of the course. Еще раз. Чтобы получить одобрение на образовательную помощь, предоставляемую в соответствии с этой политикой, работник должен заполнить и вернуть соответствующую форму в отдел кадров. При условии одобрения курса эта форма также будет служить формой запроса на оплату при успешном завершении курса. Угу. Sure. Okay. How to request reimbursement? Как запросить возмещение? Да. Upon successful completion of an approved course, после успешного прохождения утвержденного курса, the employee should submit a copy of the applicable form to the Human Resources Department. После успешного прохождения утвержденного курса сотрудник должен предоставить копию соответствующей формы в отдел кадров. Да, в отдел кадров, Human Resources. The employee should also provide an official transcript of grades received and proof of payment. Также сотрудник должен предоставить официальный транскрипт полученных оценок. И подтверждение оплаты. Examples of the latter include either a receipt or a copy of a cancelled check, front and back. Примерами таковых являются либо квитанция, либо копия аннулированного чека, лицевая и оборотная стороны. Ну да, это в том случае, если чек аннулирован по какому-либо поводу, по какой-либо причине. Да, конечно. Mm-hmm.
конечно. Или копию аннулированного чека. Professional training and development. Профессиональное обучение и развитие. From time to time, it may be necessary for one or more employees to take work-related training courses that are separate from a degree program. Время от времени одному или нескольким сотрудникам может потребоваться пройти учебные курсы, связанные с работой, отдельно от программы получения степени. Понятно, да? Because this benefits both the employee, employees and the company will provide reimbursement for certain expenses as set forth below. Поскольку это приносит пользу как работнику, сотрудникам, так и компании, компания обеспечит возмещение определенных расходов, как указано ниже. Они будут сейчас перечислять. Итак, eligibility – ваше право на участие. The recipient must work at the company. Получатель должен работать в компании. И дальше, да, мы сейчас это обсудим. Конечно. Окей. Одну секундочку. Ты сам? Я. Just call her back and let her know that I'm busy with interpretation. Yeah, I need a little bit time. Thank you. Sure. Окей, Николай, двигаемся дальше. Итак, the recipient must work at the company. Получатель должен работать в компании. Ну да, это понятно. Training may occur anytime, even during the probationary period. Обучение может проводиться в любое время, даже в течение испытательного срока. Окей. Employee must have prior written approval from their supervisor, manager or department head. Сотрудник или сотрудники, работники должны иметь предварительное письменное разрешение от своего руководителя, менеджера или начальника отдела. Да, конечно. The employee or employees must be required to attend classes and seminars paid for by the company. Сотрудник или работники должны быть обязаны посещать занятия и семинары, оплачиваемые компанией. Да. Да, если это даже не относится к программе degree, то есть получение степени, но это по вашей работе оплаченной компанией. Специальный тренинг. Да, вы обязаны, конечно. Обязаны называется mandatory или required. Ну, обычно ставят в известность менеджеры, когда это происходит. Да, безусловно. Reimbursement will be provided for
Возмещение будет обеспечено за any tuition and or applicable registration fees. Любое обучение и или соответствующие регистрационные сборы. Fee. Это оплата такая. Fees. And supplies, книги и учебные материалы, parking, парковка, any applicable travel mileage, любые соответствующие mileage, это как километраж, ну вы понимаете, да? Да, это сколько миль вы проехали, если это, да, это такой travel reimbursement. О, вы в курсе. Да, да, Николай, конечно. Угу. Да. Конечно, спрашивайте. Давайте посмотрим. Ну да, если они говорят, что и за учебники, и за supplies, туда все входит. Вы знаете, туда входит все, что вы покупаете в этом магазине, называется Bookstore, на территории вашего колледжа, и там продаются и компьютерные флешки, и продаются тетрадки, и ручки, и карандаши, ну, в зависимости от того, что вам требуется для вашей программы, если там что-то еще дополнительное, надо какие-то профессиональные материалы, то все, что вы в этом магазине покупаете, вам все будет полностью оплачено. Угу. Да, только вам надо сохранить чеки, конечно, да, потому что это в бухгалтерию все потом пойдет. Ну, конечно, конечно, безусловно. Угу. Вы все поняли? Ну хорошо. Да, я напечатала, и я пришлю вам на подпись, и также я пошлю имейл мистеру Андерсону, вашему менеджеру, да, который будет с вами решать эти все вопросы. Да, конечно, вы должны быть совершенно уверены в том, что курс не отменен, и если вы уже, так сказать, начали его, этот курс, вам нужно его обязательно довести до конца и сдать на хорошую оценку, ну, не меньше, чем C, это как, ну, как бы тройка, но желательно все-таки, чтобы было A или B. Угу. Да, для того, чтобы вы получали возмещение ваших расходов на образование, вам будут все оплачивать, и там есть, конечно, установленный максимум, но вы же в любом случае работаете полный рабочий день, full-time. Угу. Да, конечно, поэтому вы будете в пределах этого максимума, который разрешен. Да, безусловно, конечно, звоните мне, если любые вопросы. Да, по переводу, безусловно, конечно. Угу. Хорошо, с удовольствием. Спасибо, да, и вам также. До свидания. Окей. Hello, Mr. Anderson? Okay, so, yeah, we finished? Yeah, I answered all the questions. Sure. Yeah, I'm gonna finish the paperwork and send it to Mr. Petrov for a signature, and also sending you a copy by email attachment. Sure, absolutely. Yeah, my pleasure. Sure, sir. Thank you. Bye-bye.